дорожная карта занимает 89 страниц. Первая наша дорожная карта занимала 200 и более 200 страниц. Но на сегодняшний момент дорожная карта 89 страниц. До 24 января дорожная карта висит на нашем сайте, висит на сайте Министерства экономики. И мы принимаем все предложения, которые со стороны предпринимательства по доработке этой дорожной карты. Штаб управления нам дает 1405 предприятий иностранного участия. Мы 3 месяца с ними будем так работать, только у 400 подтвердились координаты и данные. И только у 400. Это мы уже прорабатываем. Мы сейчас пытаемся вести, чтобы поручили нам введение этого реестра для того, чтобы можно было им помогать в большей степени. Так, то же самое сейчас по новому постановлению контрактной системы, чтобы есть квоты для малого и среднего бизнеса, с тем, чтобы подтверждение, что малый и средний бизнес, тоже мы могли это взять вверх, потому что система выдачи сертификатов, сложившаяся, есть практика, где через нас, как говорится, пустышные фирмы. И я могу сказать, что Шамиль Акимович, я и мы когда обсуждали с президентом мой визит, в первую очередь разрешить от имени Рустама Нургалиевича Михайлова передать вам слова благодарности. Спасибо за ваш труд в 2013 году. Надо сказать, что, конечно, он был непростой. Год назад, когда мы с вами встречались, мы говорили о том, что, скорее всего, он будет непростым. Но не настолько тяжелым, как он оказался для, по макроэкономическим показателям. Но нужно сказать, что, конечно, экономика Татарстана, это и крупные наши предприятия, и малый и средний бизнес, они сумели достаточно твердо пройти. Татарстан, с большим личным депутатом развития предпринимателей, Республики Татарстан, рождается Мустаев Артур Ракенович. Стали смотреть все детали. Мы договорились, вот половина, что президент показывает, только что произведено в Татарстане, на Китае. И вместе с ним нашли и та поддержка, которая оказывалась выставочным комплексом, и премьер-министр. И нам надо развивать свой студентный продукт, опор нам здесь поможет. Так и деловая Россия тоже. Поэтому потерь не было и как можно меньше. Поэтому за жизнь, за будущее, за любовь и хорошее настроение на всех больших народов.